Что ты нам, что ты можешь нам сказать про этот танк? Ну, это израильский танк Меркава третьего поколения, вот сегодняшнего, который сейчас в буре в пустыне. Их не самая лучшая техника. Они не боятся, да? Песка, там все. Смотри, как сделал. Какая работа охуительная. На выставке, блядь, был. Аккуратненько. Какая, как вот, затем, как он... Это вручную тоже собрано. Все вручную собрано, да. Металли. Металли? Да, вот. Пошарпно все. Он сам такого серого цвета, если не крашеный. А это детали уже были такие, да, пошарпные? Ты покупаешь набор, который стоит 3000. И начинаешь его делать. Склеил, потом начинаешь красить его. Видишь, цепочки все такие, вот фишка 50 цепочек. А это что за такие, как штыри какие-то? Слушай, хер его знает, я этот танк тут не знаю, под что такое. Шашлык жаришь. Вот этот танк обалденный. Или воевать. Это трос натуральный, Виталик. Да. Все равно.